Гриффиндор победил! Ей, победили мы! Снег пытался спасти меня. С самого начала я знал, что ты опасен. Это такой Волан-де-Морт? На Бусти уже доступны полные реакции всех частей на такие фильмы, как Гарри Поттер, Властелин колец, Хоббит, Фантастические твари, а также самые популярные фильмы Кристофера Нолана. Поэтому, ребята, подписываемся и смотрим полные реакции вместе со мной. На это я потратил несколько месяцев. Буду вам очень благодарен за поддержку в моих начинаниях по реакциям на фильмы. Приятного просмотра. Ссылочка на Бусти в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Русский Турист, и сегодня я решил посмотреть Гарри Поттер. Добрался я наконец-таки до этой замечательной франшизы, как говорят многие. Я до сих пор не смотрел целиком фильмы о Гарри Поттере, да, это действительно так. Если вы хотите увидеть полную реакцию на этот фильм от начала до конца, то переходите на Бусти, в описании. Поставьте мне лайк и начинаем смотреть. Let's go. Начинаем знакомиться, значит. Пошло. Тисовая улица. Привет, Драйв. Честно, там привет было написано. О, уже началось. Пошла магия вне Хогвартса. Я должен был предположить, что вы здесь, профессор МакГонагал. МакГонагал, блин. Добрый вечер, профессор Дамблдор. Ну да, прям уже как это, прям как эта сказка началась. Вы думаете, это разумно, доверять Хагриду такое важное дело? Я бы доверил Хагриду свою жизнь. Доверил бы свою жизнь. А ну его я тоже видел. Профессор Дамблдор, профессор МакГонагал. Какие у них шляпы, ё-моё. Я смотрю на их шляпы вот сейчас, последнюю минуту просто. Совсем малыш. Он плачет. Не надо, Хагрид. Такой крупный мужичок, но такой ранимый. Гарри Поттер и философский камень. Просыпайся, кузен. Что он делает? Ты наш дорогой именинник. А, типа, у него день рождения, ничего, мы все можем, что ли, я не понимаю. Сколько подарков? 36, я сам подсчитал. 36, а в прошлом году я получил 37. Да, как все запущено с ним. Мы купим тебе еще 2 новых подарка. Ты доволен, малыш? Мне даже страшно представить, кем он станет, когда он вырастет, ребенок. Ты слышишь меня? Оу. Я никогда... в жизни не разговаривал со змеей. Это нам, получается, сейчас в фильме нам показывают его вот эти вот магические проявления, да, вот? То, что вот он умеет разговаривать с животными. Я тоже живу без родителей. Мама, пап, идите сюда, вы не поверите, что делает эта змея! И стекло вернулось, типа... Мистеру Поттеру, чулан под лестницей. Хогвартс? А, ну? Все? Теперь почта никогда не будет приходить через этот почтовый ящик. Че это с ним? Воскресенье просто лучший день недели. Почему Дадли? Он уже помешался на этих писях, боже. У него волосы взъерошились. В воскресенье нет почты. Бумажный дождик. Отец совсем с ума сошел. Ему нужна срочная консультация. А, тот ранимый дядька. Я извиняюсь. Извините, но кто вы? Рубиус Хагрид, хранитель ключей садов в Хогвартсе. Ну, типа, по нему уже и так видно, да, то, что он уже связан с магией. Ну, не такие же, как все. Ты волшебник, Гарри. Я волшебник? Поверь,
И держу пари, очень хороший, если немного потренируешься. Поверь, с тобой не случалось чего-нибудь необычного, когда ты боялся, злился. Ну да, в зоопарке. Конечно, пойдет, чё. Все, ух, какие у него ботинки, смотрите. Самое необходимое, Гарри. А вот тут что-то озвучка меняется странно. А, Хагрид, тебе как обычно? Нет, спасибо, Том, я при исполнении обязанностей. Выпивает здесь, значит, да? Рад безумной встрече. Гарри, это профессор Квирл. Он будет твоим учителем по защите от темных искусств в Хогвартсе. О, очень приятно. Это он как в сказку реально попал, типа, он, наверное, думает, что это все нереально. За короткий промежуток попасть в какой-то вообще другой мир. Телепортируется, так, ничего себе. Добро пожаловать в Косой переулок. А, вот теперь они в мире этом, да, волшебном. Оооо, сколько здесь всего. Оу, карлики. Это гоблины, Гарри. Хотя гоблины и умные, они не самые дружелюбные звери. Звери? Такие жуткие. Ключ, пожалуйста. По сравнению с Хагридом, он такой кротыш просто. Твои мама и папа без денег тебя не оставили. Да, ну и денег ему оставили. Какой-то сверток. Об этом лучше никому не рассказывать. Кыш. Ну, судя по названию как бы фильма, я подозреваю то, что это и есть типа философский камень. Кажется, только вчера здесь были ваши папа с мамой и покупали свои первые волшебные палочки. Взмахните палочкой. Это у него, типа, чё, полигон? Он ему сейчас весь магазин разнесет. Чё-то как-то музыка так заиграла, да? Чё-то сейчас, наверное. А, ну, типа, да. Нашел ее, да? А у кого была эта палочка? Мы не называем его имени. У него такие глаза... Зловещие какие-то, волчьи. Боже, как он смотрит пронзительно. Да. Он убил моих родителей, да? Тот, кто сделал мне это. Его звали... Может, напишешь его имя? Волан-де-Морт? Волан-де-Морт? Шш. Что стало с В? Ты знаешь, с кем? Ну, говорят, что он умер. Ерунда, на мой взгляд. Ну да, да. Ты мальчик, который выжил. Загадка. Загадка, почему он выжил. Что-то его остановило, наверное. Я Рон, кстати. Рон Уизли. А, Рон, да, вот он. Первое знакомство. Значит, это правда? У тебя действительно на лбу есть этот... Что? Шрам. Да. Вау. Леденцы Берти Ботт с любым вкусом. Ну вот, когда у Гарри появились деньги, да, вот сразу начал. Ну да, он уже как бы жил, да, вот в этой семье, ему, получается, деньги ведь не давали, да, он просто еще не понимает, как с деньгами распоряжаться. Ну вот, все ему теперь позволено. Дайте. О, приехали сейчас. Посмотрим. Вау. Вот там еще луна, да, слева, так круто. О. Это что ли? Женщина-кошка. Но прежде чем вы займете свои места, вас распределят по факультетам. Гриффиндор, Пуффендуй, Коктевран и Слизерин. Это Крэб и Гойл. Я Малфой. Драко Малфой. Ты же не заведешь себе неправильных друзей? Что-то много себе позволяет. Правильно, правильно. Это типок, да?
А теперь, прежде чем мы начнем, профессор Дамблдор хотел бы сказать вам несколько слов. Первокурсники, запомните, ходить в темный лес всем ученикам... Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу. И она определит вас на факультет. Гермиона Грейнджер. Так, расслабься. Она, похоже, чокнутая немного. Гриффиндор! Гарри, в чем дело? Куда мне вас определить? Пуффендуй! Вот этот мужчина мне тоже знаком. Я его видел тоже. Гарри Поттер. О, все прям начали так шептаться, да, мне это? Гарри Поттер, Гарри Поттер. Пусть будет Гриффиндор! К друзьям своим и... Чего у них там только нету? Это они, получается, из воздуха могут еду делать? Я знаю вас. Почти безголовый Ник. Я предпочитаю сэр Николас, если не возражаете. Скажите, сэр, как это почти безголовый? Они ведь едят. Боже, чё он... Зачем? Так высоко прям, как небоскреб. О, чего у них просто нет, вот просто каждая деталь, да, вот в этом замке, что-то прям такое волшебное. Призраки, картины движутся, из воздуха еда берется. Кто это? А ему не спится что-то. Че, он не верит в происходящее? А, нет, что-то он грустит. Я постараюсь научить вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Такой темный, да? Мистер Поттер, вы не знаете. Ну, а откуда он может знать? Он только поступил в Хогвартс. Какая разница между Агонитом и Бурецом? Можно я? Я не знаю, сэр. Жаль. Кажется, известность далеко не все. Не так ли, мистер Поттер? Он как-то к нему предвзято относится, к Гарри. Глаз крысы, струна арфы. А что Симус пытается сделать с водой? Сделай, Ром. Вчера ему удалось сделать чай. Ром? Как громко, боже. Доигрался паренек. Там у них, наверное, типа, сработала система в Хогвартсе, то, что нельзя будет детям создавать алкоголь. Вот, сработала система защиты. Это его первый полет. Отдай мне, Малфой, или я сброшу тебя с метлы. Он себя уверенно чувствует. Он первый раз полетел на метле. Что это? Что он вытворяет? Гарри Поттер? За мной. Ну, все. Попался. Вы слышали? Гарри Поттер — новый ловец команды Гриффиндор. Я всегда знал, что он справится. Растет статус Гарри. Растет. Вау. Гриффиндор. Гарри. Ловец Джеймс Поттер. Гены ему передались отца. Может быть, ты не заметила? Их было три. Он стоял на люке. Я смотрю то, что Хогвартс — это... Так это опасная школа вообще. В этой школе можно легко разбиться на метле. Могут сожрать трехголовые псы там и... Вингардиум Левиоса. Так, пожалуйста, тренируйтесь. Стоп. Боже, что он делает? Ты сейчас выбьешь кому-нибудь глаз. Как он мотал палочку? Он мог вообще весь класс развести такими движениями. Вингардиум Левиоса. Отлично, дорогой. Это получается у него уже второй раз, значит, это взрывается. Забавный челик. А где Гермиона? Пропади,
мать сказала, что она в туалетной комнате для девочек. Она сказала, что она сидит там весь день и плачет. Нет, ну комнаты, конечно... Подземелье! Вы не знаете. Да это вообще дурдом тут. Гермиона ничего не знает. Кажется, тролль вышел из подземелья. А, ну да, конечно. А Гермиона еще здесь в этот момент. Ах, неудачный тайминг. Это и есть тролль, какой-то смешной. Дурная башка! Сделай что-нибудь! Что? Что угодно! Быстрей! Рассечь воздух и взмахнуть! Нет, ну, это чистое везение просто. То, что не смогли побороть этого тролля. О, боже. Господи, это было безумие так поступать. Я рассчитывала, что вы будете вести себя разумно, и я очень разочарована в вас, мисс Грейнджер. А что у него с ногой? Извините меня. Интересно. Это вот деталь, да? 5 очков присваиваются каждому из вас. Я ж подумал, отнимут. За потрясающее везение. Да, вот реально, это везение такое. Слушай, прошлой ночью Снег впустил горного тролля отвлечь внимание. Это означает? Это и охраняет собака. И это нужно Снегу. Да Гарри прямо это, Шерлок. Так вот прям все последовательно у него собралось. Оу. О, игра сейчас начнется. Ну, сейчас будет интересно, я думаю. Бладжер отрубил меня на 2-й минуте игры. Очнулся уже в госпитале. Подбодрил, называется. Это у них типа так принято, что ли? Слушайте, ну это тоже опасная игра на самом деле. Полеты здесь, да, и они могут как бы упасть с высоты легко, запросто. Гоу! А, он недоволен, да? Ну вот, пожалуйста, что я говорил. Это очень опасно. Контактная игра. Как он смотрит? С такой улыбкой. Типа. Отрубил его? Типа как в первой игре, что ли? Не, ну вообще, по идее, тут должно быть вот битком набита, должна быть трибуна, набитая врачами и, я не знаю, там, хирургами, блин. Что происходит с метлой Гарри? Это Снег! Он заговаривает метлу! Я знаю, что делать! Да зачем? Ну, конечно, здесь это... Тоже нечестно, да? Чего вообще учителя здесь сделать, я не понимаю. Он прям так хочет, чтобы его команда выиграла. Его сейчас вырвет. Гриффиндор победил! Ей! Победили мы! Какой счастливый. То, что собака охраняет, это секрет профессора Дамблдора и Николаса Фламеля. Николаса Фламеля? Зря я сказал. Зря я сказал. Да Хагриду вообще, типа, не следует открывать рот. О, ничего себе, это уже получается так быстро. Вот прошли эти полгода. Посмотрели мы половину фильма и половину учебного года. Логично. Оу. Вау! Я знаю, что это такое. Это мантия-невидимка. Да ладно, Кэп. Используй ее правильно. Ух, какая музыка сейчас, да? Устрашающая даже как-то немного. Как
это, видимо, сейчас часть будет фильма, да? Это, ребята, хоррор начался, ребята. Ух, муравки. Кто здесь? Я не думал то, что в этом фильме будет скример, типа. Покажись! Блин, я, короче, вспомнил игру компьютерную Outlast. Там, типа, тоже нужно прятаться и... О, боже, этот звук. Устрашающий. Родители? Мама. Папа. Я сказал, пошли! Я держу кубок Квиддича. И полный кайф! Это зеркало показывает будущее? Я не знаю. Мои родители умерли. Музыка здесь поломанная какая-то. Что это за фигня? За что за фильм я скачал? Шахматы сыграем? Ну, опять же, да, какое-то магическое зеркало? Почему он видит родителей? А, спалился. Он тебе поможет. Это их первая личная встреча, получается? Ну, по нему вот сразу, да, видно то, что он такой добрый, мудрый. Человеку не следует жить в своих мечтах, Гарри, и забывать про настоящую жизнь. Ну да, это правильно. Мудрый. Это точно. А, такой вот переход, да? Как быстро. Я попробую снять заклятие. Нет, только не ты, чтобы ты поджарил мои чертовы коленки. Он ему ноги раздробит своей магией. Николас Фламель — единственный создатель философского камня. Чего? Исполнилось 665 лет. 665? Еще один год и... Мы знаем о философском камне. О, никто не пройдет мимо пушка. Эту тайну знают только я и Дамблдор. Зря я это сказал, очень даже зря. Зря я это сказал. Малфой. Сейчас все расскажут, наверное, да? Ну да, они же, типа, не лазят друг с другом. Малфой знает. Я не понимаю. И что с того? Минус 100 очков. Гриффиндор. Придется отнять 50 очков. 50? 50, ну. Ровно. И вы тоже были не в постели после отбоя. А-а-а. Вы будете отбывать наказание вместе с остальными. Справедливо. Да. Газёныш. Было время, когда провинившихся подвешивали за большой палец в подземелье. Господи, как я соскучился по крикам! Ну и Хогвартс, слушайте. Ртуть? Это кровь единорога. Боже, что я несу? Ртуть, блин. Ой, так прямо атмосферно, да, вот эти звуки издают какие-то существа непонятные. Опа-на. А чё он стоит на месте, он не убегает? Ну, конечно, да. Падать надо в таких ситуациях. От кого вы меня спасли? Это был монстр. Если выпить кровь единорога, можно выжить даже на... Тут столько всего в этом фильме. Был Волан-де-Морт? Надеюсь, вы знаете, что спрятано в школе, мистер Поттер. Какого единственного волшебника всегда боялся Волан-де-Морт? Дамблдора. Пока он рядом, Гарри ничего не грозит. Опасно, значит, тот старичок, да, у нас оказывается? Еще я ему сказал. Я сказал, любого зверя главное знать, как его успокоить. Вот пушок, например. Стоит включить музыку, как он засыпает. Зря я вам это сказал. Хагрид встретил мне незнакомца. Это был Снег. Я уверен, он знает, как пройти... А Снег же сзади. Сейчас послушают. Добрый день. А, мы просто... Осторожней. Обдумывайте дело. Как Гарри и Снэк, они так прямо смотрят друг на друга, да? Вы опять бродите по школе?
А, Невил. Я вас не пущу. Из-за вас будут неприятности. Я буду драться. Невил, мне очень жаль. Петрификус тоталус. Что она с ним... Иногда ты становишься немного... Ты знаешь, это великолепный, но страшный. Согласен с Роном, согласен. Ну, типа, да, такая милая девочка и в то же время опасная. Опа. Если случится что-то, выбирайтесь отсюда сами. Так тихо стало. Да-да-да. Ну да, конечно, нужно этому пушку сначала отойти назад, да, чтобы там разогнаться, а потом замахнуться, и к тому же времени они уже упадут. Все знает, все просто, все, что можно. Это уже какое-то типа следующее испытание, да? Но тут я заметил, как-то у них тут все прям по уровню идет, да? Типа первый уровень это пушок, второй уровень растения, третий... Ключи, четвертое, шахматы. Чтобы пройти, надо выиграть. Я буду конем. Я сразу говорю то, что я в шахматах вообще не силен. Я не умею особо играть в шахматы. Я как бы понимаю правила, но я очень слаб в этой игре. Пешка на D3! Нет, Рон, нет! В чем дело? Он хочет пожертвовать собой. Нет, Рон, должен быть другой путь. Да нет. Не, ну с ним-то ничего не должно произойти, это точно. Он останется жив, это я уверен. А, ну самое главное то, что его не задело. Все нормально. Шах и мат. Вот так вот, Магнус Карлсон. Вы? А, ну типа, ну если был бы Снэк, то это было бы очень просто, очевидно, как бы, да, и... Но почему Квирл? Снэк пытался спасти меня? С самого начала я знал, что ты опасен. Особенно после Хэллоуина. И как он все подробно разбирает, да, все вот эти вот детали, которые были в фильме. Все типа объясняют нам весь сюжет. Используй мальчишку. Ко мне иди, Поттер! Сейчас же! Камень. Что там? Что ты видишь? Дай я поговорю с ним. Это такой Волан-де-Морт? Версия Волан-де-Морта первой части, я понял. Как камень у него просто вот из ниоткуда появился в кармане. Чё это? Ты лжец! Убей его! Что это за колдовство? Идиот, отними камень! А почему он... Это из-за камня, типа, свойства передались... способности. Пока что многого не понимаю, как вообще камень оказался у него в кармане и почему он умер. Дух улетел, он еще вернется, получается, да? В следующих частях. Ну, я посмотрел, там 8 частей. Песочек превратился. Камень уничтожен. Оу. Мы с Николасом, моим другом, поболтали и поняли, что так будет лучше для всех. Умрет, да? Да, он умрет. Потом, да. Ну, все, он приходит конец. Есть другие пути, по которым он сможет вернуться. А, это мы уже в следующих частях видим. Как он там сделает все. Любовь, Гарри. Любовь. Победила любовь в этом фильме. И на первое место, набрав 472 очка, выходит Слизерин. Отлично, ребят. Как он быстро хлопает. Я должен объявить о присуждении дополнительных очков. А. Гарри Поттер, за ваше истинное мужество и выдающуюся храбрость
Я присуждаю Гриффиндору 60 очков. Но еще сложнее противостоять своим друзьям. Я присуждаю 10 очков. Невилу Долгопупсу. А, за то, что он пытался остановить. А как он узнал, типа? Как Дамблдор узнал об этом? Ладно. Да. Хагрид. Хотел уехать, не попрощавшись со мной. Это тебе. Хороший подарок. Пусть присмотрись. У него ведь вообще фотографий не было. Я вернусь еще. Я это знаю. Такой мир, конечно. Потрясающе. Клевый фильм. Это вот детская радость, детское счастье, вот особенно в конце, да, когда мы видели. Я вот вспомнил свое детство, свои лучшие моменты, вот в этот момент. Эту детскую радость. Ой. Самое лучшее, что вообще может быть в жизни. Самое лучшее время. Такая добрая история, добрый фильм. Я такое давно не смотрел. Очень давно. Что-то я в последнее время смотрел какой-то криминал. Убийство, вот это вот все, но вот это вот, надо как бы тоже вот это все разбавить. Вот, и я рад, что я посмотрел сегодня этот фильм, познакомился с миром волшебства. Что-то я вот при просмотре этого фильма много зевал, потому что сейчас у меня время, сейчас вам скажу. У меня сейчас время 2 часа ровно, 2 часа ночи. Вот, я в следующий раз буду стараться все-таки смотреть фильмы чуть раньше, записывать. Я хорошо запомнил фразу Дамблдора в начале фильма. Я бы доверил Хагриду свою жизнь. Так почему же Дамблдор не отдал Хагриду? Гарри. Такой вот вопрос я вам задам, дорогие зрители. Почему нет-то? Хагрид вот, на том моменте даже расплакался, типа. И он, наверное, был недоволен тем, что рассчитывал то, что Гарри останется у него. Ну, мне уже не терпится начать смотреть вторую часть. Скорее всего, я посмотрю завтра. Очень так надеюсь. Посмотрю я эту вторую комнату. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео до самого конца. И увидимся с вами в следующем видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. Итак, дорогие друзья, сейчас я буду проходить уже по счету 32-й уровень на канале, который называется «Гарри Поттер и философский камень». Эту игру посоветовал пройти мой друг. Хочу вам сказать то, что давным-давно еще, я не знаю, там, по-моему, в 2010-м я первый раз проходил эту игру, так что я тут ничего не помню. Ну, конечно, сюжетную линию этой игры я знаю, так как я капец какой фанат фильма «Гарри Поттер» и прочитал все книги. Ну что, ребят, давайте начнем новую игру. Так, видишь, что такое? Да, хочу вам сказать то, что здесь перевод очень херовый. Просто такие будут имена жесткие, прям вот вообще прям. Так, ладно, погнали. Загрузка здесь. Так, мне кажется, то, что нужно убавить звук. Опции. Так, звуки оставим вот так вот, да? Вот так вот пойдет. Так, ну что, начинаем новую игру. Так, ну это я просто проверил там, как графика и все вот это. Давайте, так что начнем. Звездное небо этой ночью не предсказывало тех таинственных вещей, которые вскоре произошли. Когда Маглис заснул, из темноты появился мотоцикл с огромным наездником. Великан Хагрид оставил возле двери завернутый в шерстяное одеяло сверток. В свертке лежал младенец. Гарри Поттер, мальчик, который выжил.
Следующие 11 лет Гарри жил со своими приемными родителями. До того несчастного дня, когда он получил письмо приглашения в Хогвартсскую школу магии и колдовства. Хагрид взял Гарри на аллею Диагона, чтобы купить школьные принадлежности. Они обсуждали последние события в Хогварте. В Хогварте, блин. Хогвартс, а не Хогвартс, блин. Да, такой перевод меня бесит, конечно. Вскоре после этого Гарри сел в поезд до Хогварда, и Магл остался далеко позади. Дамблдор поднялся. Коридор на третьем этаже опасен для каждого, кто не хочет умереть мучительной смертью. Гарри надеялся, что его не возьмут в команду Сливерин. Слизерин, блин. Не Сливерин, а? Сказал Хат ему на ухо. Все в твоих руках, и Сливерин поможет тебе взобраться на вершину успеха. Нет? Хорошо, если ты уверен. Гриффиндор! Так, главный ход в Хогвартс. Ну, в Хогвартс, ладно, по игре. Ну что, ребята, начинаем. Так, я помню то, что здесь у нас карточки какие-то есть специальные. Типа персонажа. Вот, я хочу забрать все эти карточки. Ну, никак не получится. А вот и Дамблдор. Добро пожаловать. Блин, в такая графика, школу магии и колдовства. У него Албус какие-то 3D-очки. Твой наставник. Сейчас Хогвартс полон тайн, Гарри, так что заглядывай в каждую дверь. Но помни, тебе не все может понравиться. Только этим утром, когда я прогуливался, я наткнулся на комнату, полную шоколадных лягушек. Ну, увы, когда я вернулся, их вытеснила орда злобных огненных крабов. А теперь поднимись по лестнице, иди на урок, не опаздывай. Так, ну вот мы в Хогвартсе. Авада Кедавра. На, все. Дамблдор умер. Так, ну что, вот и, в принципе... Блин, управление не очень, конечно. Управлять. Так, ну надо привыкать, короче, просто и все. Так, я могу это использовать, да? Так, я хочу посмотреть управление. Так, книга магии. Вот, видите, это как раз-таки вот те вот карточки, которые можно все вот найти. Чтобы открыть секретную карту, вы собери за 4 и 10 побов, чтобы... Потом победить того, кого... А, все понял. Так. Опции. Это у нас качество, да, тут всякое такое... Вперед, назад, влево, право, прыжок, палочка, ускорит замену. Ну, тут, в принципе, у нас только палочка и все. Это у нас есть действие, как раз таки. Так, Дамблдор. Тебе этажом выше, на третий этаж, мистер Поттер. Вперед! Так, нам тут все, на всякий случай, осмотреть. Там мой вдруг что-нибудь упущу. Нафиг. Это я, конечно, не хочу. Так, тут у нас ничего тоже нет. Ладно, давайте поднимемся. Поднимемся наверх. Нам нужно на третий этаж. О! Фред. Помнишь меня, Рона Проныру? А, мои Рон, братья, блин. Фред и Джордж хотят тебе что-то показать. Так, сейчас за ним идти, да? Так, ну я пока туда идти не буду.
Давайте я сначала вот это вот место осмотрю. Что у нас здесь? Пустая комнатка, в котором ничего нету. Что это с дверью? А, это понял. Тебе придется многое выучить. Следуй за нами на урок. Увидимся на защите от темного колдовства. А вот они уже, типа, все потайные, не знаю, ходы, выходы. Мы научим тебя лазать. Беги к шкафу, и ты заберешься на него. На шкафу лежат ароматные бобы Берти. Собери их все, и тогда мы встретимся в следующей комнате. Окей. Соберем сейчас все. А я могу пойти назад, да? Нет. Нет, назад мы пойти не можем. Так, ну что, давайте соберем сейчас все, короче, бобы, которые тут есть. Нам нужно, короче, обязательно, ну, вообще прям много бобов собрать, чтобы открыть последнюю карту. Ну, я, конечно, не хочу открыть последнюю карту. Мне просто интересно, что это за карточка. Первый боб. Учимся лазить и собирать бобы. Так, стоп, подождите. Это... Они же там были. И уже там быстро оказались. Это ничего. Они... Это же первый курс. Они же не умеют, типа, в это время еще трансгрессировать. О, там давай призрак, видите? Это пивс, короче. Беги и нажимай вот, кнопку его, кстати, прыжка, не было в фильме. Чтобы прыгать. Если он ты упадешь, можешь подняться и начать сначала. На фильме его не показывали. Это типа такой мы пойдем полтергейст, коротким путем. Который любит пакостить. Ну, любит делать пакости в школе, короче. В Хогвартсе. Так, сейчас погодь. Что у нас здесь снизу? А, то есть я понял, для чего эта лестница, вот, которую я сейчас слышу, это для того, чтобы, типа, если я упаду, если не получится, типа, ну, короче, поняли. Так, ничего. Здесь тоже. Ну, на всякий случай мы все осмотрим, мало ли вдруг там какой-нибудь потайной вход есть, блин, какой-нибудь. О, призрак. Иди сюда. Так, ну я все посмотрел, вроде ничего нет, так что давайте. Сейчас будем прыгать. И собирать все бобы. Так, первый боб. Так. Второй. Ну как же, это Потти, Поттер! Это полтергейст Фивис, он всегда создает проблемы. Ну это понятно, да. Фивис не любит первоклассников. Смотри под ноги. А, сейчас он будет нам типа мешать, да? Блин, ну это уже усложняет нашу задачу, так что... Какой интересный нам будет сейчас мешать. Надо что-то типа уворачиваться. Все говорят, что ты из зоопарка. Собираем все, да? Блин, давайте на него магию используем. Может, он успокоится? Нет, он только здесь, наверное, да? Нет, 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 нет. Ты меня не поймаешь. Есть. Мы смогли. Бежали от пивза. О, там лягушка шоколадная. По-моему, он... У тебя уже получается. На здоровье. В Хогварде ты найдешь разные вещи. Чтобы поднять ее, просто подойди к ней.
Лягушки увеличивают энергию, а бабы забавно собирать. Мы тоже их собираем. Нам нужно 25 бобов, Гарри. Приходи, мы покажем тебе дорогу в класс. То есть, 25 бобов, они нам покажут, типа, где находится класс, да? О, вот и бобы, кстати, спрятанные, блин. Нормально их спрятали. Нет, на самом деле легко. Так. Иди сюда. Так, я хочу еще вот эту бобу забрать. Надо? Нет, надо, короче, просто допрыгнуть. Все, понял. Нет, мы, походу, пока магию не можем использовать, потому что только что вот в Хогвартсе оказались. Так что мы с этой палочкой ничего не сможем сделать. Как-то так. Ладно. Кстати, у нас жизнь не полностью, не полная. Чем-то странно. Это как я их покутал-то? И это Пивз. Он что-то сделал. Там сколько их надо бобов? 20. Ну, я, короче, уже все собрал, все бобы. Так что... В принципе, все. Мы можем к ним подойти, и они нас проводят до класса. От темных искусств, по-моему, да? Что они там говорили? Карточка есть у Фреда! О, карточка. Дай мне карточку. Спасибо! Сами бы мы не справились. Они нам нужны для экспериментов. Вот тебе карточка чародея. О, что за карточка интересная? А, Дамблдор, понятно. Чтобы попасть на твой первый урок магии, пробирайся через тайный выход над шкафом. И затем... все, я понял. Ну, я обязательно сейчас посмотрю эту карточку. Да, первая карточка дам. Ну, как, в принципе, и в фильме, в поезде. Это тоже была первая карточка. Ну что, давайте посмотрим, что это за карточка. Книга магии. Вот сама карточка. Альбус Дамблдор, так, знак вопроса, но он настоящий глах. Настоящий глах Хогвартса. Великий маг наших дней. Но что-то тут не полностью написано про него, там... Ну ладно. Вот так в игре, походу, да. Хочу все карточки собрать, посмотрите. Вот они. Ну-ну, это случаем не знаменитый Гарри Поттер. Я Драко Малфой и требую к себе почтения. Малфой, блин. Это мои парни, Крабби и Гойли. Крабби, боже. Вообще-то команда Сливерин выиграет кубок дома и кубок Квиддиш. Квиддиш. Лучше держись от нас подальше. Пошли, парни. О, Гермиона стоит. Так, откуда мы вышли? С какой двери? О, там Филч убирается. Давайте мы его сейчас... Проваливай, Поттер. Держись подальше от этого коридора. А, типа коридор... Мне кажется, он тоже, который стоит. Ну, там закрыто. Мы все равно туда не можем попасть, так как там закрыто. Так. Стол закрыт, да, открыть его можно. Так что давайте подойдем сейчас к Гермионе, что нам интересно скажет. Привет, это я, Гермион. Мы встречались в Хогвартском экспрессе, помнишь? За мной, Гарри! А, это типа первый урок, да?
Я профессор Квирл. Сегодня мы будем учить, как защищаться от черной магии с помощью заклинания Флипендо. Это символ заклинания Флипендо. Нажмите на кнопку мыши, сделайте то же самое, что и я, а потом отпустите кнопку мыши. Я постоянно так же прямо на уроке буду рассказывать. Отлично, мистер Поттер. Изи. 5 очков Гриффиндору. Попробуйте еще раз. А, уже отметка 65%. Это уже будет трудновато. Окей, сейчас. Опс, это кривовато. Блин, не успел. А, смог, смотрите. Неплохо, мистер Поттер. Так, а сколько очков Гриффиндору? 10 очков Гриффиндору. О, нормально. Мы должны первое место. Еще раз, вот это уже потруднее. И надо побыстрее, короче, потому что время уже идет. Так, я смог там? Есть, смог, да ладно. Выдающиеся успехи, мистер Поттер. 15 очков Гриффиндору. Поторопитесь в этот раз, мистер Поттер. Окей, потороплюсь. Уже все труднее и труднее, интересно. Блин! Не получилось. Эх. Похвальная попытка, но неверно. Ну ладно, похер. Счет, ну я, в принципе, да, мог сейчас, сейчас вы можете пойти и потренироваться в произношении заклинания. Следуйте за мной, мистер Поттер. Но все равно большее количество очков мы все-таки сделали. Пойдет. Надеюсь, мы займем первое место. Так, новое заклинание Флипендо. Нажмите на кнопку мыши, чтобы выбрать заклинание. Отпустите кнопку, чтобы его произнести. Попробуй на том бочонке. Заклинание. Если кнопку мыши... Да, это понятно. Так, ну, типа испытание от профессора Квирла. Флипендо! Да? Что у нас здесь? Ничего. Идем дальше. Произнесите заклинание Флипендо, чтобы открыть засов на стене. Это поможет отпереть дверь. Заклинание Флипендо действует на многие вещи, например, на этот котел. Пните его, мистер Поттер. Окей. Там бабы будут или что? Флипендо! О, бабы, смотрите. Я угадал. Флипендо! Флипендо! Так, мы там что-то открыли, там какая-то звездочка у нас открылась. Ну что, давай себе звездочку заберем, что ли? Так, а что дает эта звездочка? Ну, посмотрите, фокусы что-то там, не знаю. А, тут, кстати, известно, сколько очков сейчас, типа, ну, Гриффиндора и Слизерина. Но Слизерина нас пока обгоняет, но если бы, конечно, я этот... Наверное, все бы там сделал 4 из 4. Вот там испытание. Я, наверное, даже выиграл. Флипендо!
Отлично. А теперь идите и соберите связку. Мы с вами еще встретимся. Хорошо. Так, мне не сюда. Окей. Сейчас мы пойдем так. Давайте, короче, испытание мастера Крива мы пройдем. Профессора. Потом посмотрим, что это. Привет, Гарри Поттер. Я почти Ник, да. Безголовый Ник. Привидение дома Гриффиндоров. Это книга для сохранения игры. Когда ты ее коснешься, она автоматически сохранится. Если ты не будешь с чем-то справляться, игра начнется с этого места. Ты также можешь загружать сохраненную игру с главного меню. Пока. Пока. Ты также можешь загружать сохраненную игру так, с главного меню. Все равно хочется, конечно же. Ностальгии немного. Все собрал. Надо тут все осматривать. Произнесите заклинание Флипенда, и ваш путь будет свободен. Там стоит. Что там? Еще одна звездочка. Ну, это звездочка, походу, для того, чтобы типа мы прошли все испытания, да? Мне кажется, что да. Можно было пройти все испытания. Профессор Квирла. Флипендо! 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 А, вон как сделали, интересно. Понятно. Флипендо! Тут не, я не хочу умирать. Тут мы просто упадем туда и все сдохнем сразу. Так, тут сразу нужно быть аккуратным. Так, запрыгнули, отлично. И идем дальше. Стягивается, что ли? Ладно, давайте. В смысле, ты чё? Он запрыгнуть не может. Забрали мы наконец эти бабы. Так, там решетка открывается.
Нам надо типа вот так вот сделать, да? Так, что у нас тут? Да, нам теперь только осталось так вот сделать. Запрыгнуть я не могу сюда. Так, допрыгнем? Да, допрыгнем. Все. Так, мы вышли откуда? Оттуда? Да, оттуда. Теперь сюда. Так, сейчас как бы не... Тут, не упасть в пропасть. А то капец будет. Теперь это двигается. Плитка, понятно. Так, надо разбежаться. Отлично. Теперь уйдем эту плитку. Сейчас. Есть. Так, ждем. Блин, чуть не переборщил с прыжком. Все получается, отлично. Так, нет, сейчас я сюда пойду. Посмотрим, что у нас там. Ух ты. Еще одна звездочка, которую нам необходимо взять. И бабы. Тут костер какой-то, только, правда, мы его не видим. Он, скорее всего, факел какой-то. Так, я на всякий случай все-таки дождусь повторного приближения этой плиты. Не хочу грохнуться и начинать все сначала, блин. Вы знаете, здесь самое начало. Ну, где, точнее, последнее до распространения. Идем. Блин, реально, как бы не угрохнуться. Это будет жесткий фейл. О, все, дверь наконец. Так, ну где профиль? О, сохранение. Так, это что за черт? Мистер Поттер, он любит мешать молодым волшебникам. Чтобы закончить задание, дайте ему подзад. А чтобы закончить задание, понятно. Они быстро двигаются и довольно противны. Понял. Так, давайте заберем все бабы. Отстань. Отстань от меня. Эх, он ворует. Он мне жопу показал. Нет, тварь. Вы что, офигели, что ли? Они у меня... Ах, вы твари. Вот,
Блин. Я не помню то, что они воруют. Еще зря собирал, что все это? Нет, это он наглел какой-то. Почему я даже не могу вернуть бабу? Жалко, блин. Поздравляю, мистер Поттер, вы выполнили задание. Вы собрали все звезды, 20 очков Гриффиндору, а теперь поторопитесь на тренировку по вождению метлы. Вождению. Возвращаясь в Гриффиндор, Гарри, Рон и Хермион обсуждали свои первые дни. Хермион, отлично. Было много разговоров о проникновении в банк чародея Гринготта. Гринготт. Я мадам. О, урок на метле. На первом уроке ты будешь летать через эти магические кольца. Okay. Управляйте метлой стрелочками. Кнопки ускорения и замедления регулируют скорость полета. Внимание, по моему свистку. Так, сейчас. Сейчас на мете пройдем. Как делать нужно? Ну, тут легко на самом деле. Посмотрим, как ты справишься с кольцами поменьше. Деле легко управление. Тут будет над чем потрудиться. Это заметно. Воу. Вот это уже чувствуется. Что за уровень? Ой. Неправильно. А вот награда за отличный счет. Блин, трудно. Уже. Успеем или нет? А теперь с двигающимися кольцами. Охереть. Кольцами. С двигающимися кольцами. Нет, мы не успеем, время уже проходит. И что там открывалось? Контролируй себя. Интересно. Успешно, мистер Поттер. 15 очков Гриффиндор. Там что-то открывалось. С сегодняшнего дня вы можете летать на метле в любое время. У вас сейчас будет урок магии. Просто уходим. Так, а где сохранение? Ладно, давайте сохранимся, ребят. На этом мы закончим, короче. Ну что, ребят, на этом я заканчиваю первую часть прохождения игры Гарри Поттер и Философский камень. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступаем в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующем выпуске, втором будем продолжать проходить эту игру. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру под названием Гарри Поттер и Философский камень. Ну что, ребята, начинаем. Это уже вторая часть прохождения этой игры. Остановились с вами вот здесь. Вот прошли вот недавно. Мы курс по полету на метле. Нинтендо!
Потом мы еще прошли испытание профессора Квирла. И сейчас посмотрим, что сейчас какие у нас будут испытания в Хогвартсе. Так, тут можно получить 10 бобы, если мы будем использовать флипендо на этих рыцарях. И как вы видите, мы уже использовали это заклинание еще вот на этом. Ты встречал Хагрида? Он такой огромный. Удачи! Спасибо, так, это у нас... Это... Ты встречал Хагрида? Он такой огромный. Вот Пуффендуй, да. А Слизерина нет. Ты пришел слишком рано, но я научу тебя новому заклинанию. Аллахомор, да. Аллахомора — это заклинание, я выучила сама. Судя по тому замку. Оно помогает открывать двери. А, она сейчас это типа опять будет учить, да, как Риттл, понятно. Это заклинание Аллахомора. Когда я закончу, нажми на кнопку мыши, чтобы короче, повторить. Короче, мы должны прямо вот все пройти. 4 из 4 должны пройти. Так, ну это мы на изи прошли. 94%. Сейчас будет все труднее, труднее. Я думаю, профессор Флитвик поставит тебе за это заклинание 5 баллов. О, уже 70 очков у Гриффиндора. Ты начинаешь понимать. Так, тут я немного накосячил. Но все равно 65% у нас есть. Там, по-моему, последний уровень будет 95%. Вот, я не знаю даже как. 95% я сделал, это будет очень трудно. Профессор Флитвик наградит тебя 10 баллами. Так, уже 80. Ты начинаешь понимать. Упс. Блин, ну не знаю даже. Да ладно, 91%. Нам повезло. Так, ну сейчас будет трудно очень. У тебя это хорошо. 95% сейчас будет, я помню. Профессор Флитвик будет очень доволен. Я уверен, баллов. Он поставит тебе 15 баллов. Так, все, ты давай. Начинаешь сейчас понимать. Самое трудное будет. Надо прямо вот по линии все делать. Блин! Блин, я не смог. Времени не хватило. А так бы я, наверное, если бы довел до конца. Справился? Ладно, похер, опять у нас не получилось. Ну, зато заработали 30 очков Гриффиндора. А теперь ты попробуй это заклинание. Смогли бы 50 очков получить. Дверь напротив тебя заколдована. Скажи заклинание, чтобы открыть ее. Аллахомора! Так, вот мы уже знаем, знаем два заклинания. Ты можешь найти два тайника в этой комнате? Два тайника. Флипендо! Вот, там, кстати, карточка. Это уже вторая карточка за игру. Что это за карточка? Давайте посмотрим. Так, ну да, пока нас Слизерин опережает, блин. У них 142 очка. Так, у нас две карточки из 25. Так, книга магия. Вот. А Тилиток 1993 коврова Орзена Мерлина на первой степени за спасение отдыхающего от отдыхающих от когтей дракона. Понятно. Не знаю такого. Чуть не знаком вообще. Ну вот еще один тайник. Попробуй к шкафу. Так, это что за зеркало? Гарри, посмотри-ка на этот волшебный сундук. Произнеси заклинание Аллахомор.
Окей, сейчас. О, бобы. Ништяк. Жизни. Блин, на самом деле тут до хера заников. Так, что у нас тут? Бабы? Да, бабы. Тебе в эту дверь? Окей. Сейчас, подожди, я тут все смотрю. Может быть, тут опять надо использовать коня Лохомора. Flipendo! Flipendo! А, мы тут были? Почему они нам дали опять эти? О, еще одна, смотрите. О, сейчас я обязательно туда пойду. Кстати, что-то я не пойму, почему нам рыцари опять начали давать... Нихера себе. Они нам продолжают давать. Это бесконечность, что ли? О, картина. Блин, да тут дохера этих потайных. Охренеть. Тут надо прям все смотреть. Баба нам нужен, конечно. Берем все. И теперь нам сюда. Может там быть какая-то карточка? А, нет, обычно сыну, да? Так, ну вот такой мы потайник нашли. Я о, профессор Флитвик. Тема урока – заклинание левитации. Посмотрите на правильный символ Винградиума Левиоз. Когда я закончу, боже, придержите кнопку мышки и следуйте образцу. Да, был я. Так, ну это самое изи. Левиоза. Отличная работа, мистер Поттер. Но вам есть куда стремиться. 5 очков Гриффиндору. А, сейчас мы по-любому будем проходить испытание профессора Флитвика. Попробуйте немного быстрее в этот раз. 90%. Блин, мне кажется, опять мы пройдем. Выразительней. 34, как всегда. 10 очков Гриффиндору. Давайте продолжим урок. Ладно. Что я сделал? Неверная версия. Это я сейчас тупанул, не надо было так делать, как я сверху сейчас сделал. Блин. Мало-мало очень. Ладно, пусть это я тупанул. Теперь вы можете потренироваться. Следуйте за мной, мистер Поттер. Ну, мне кажется, мы все равно, даже если будем вообще, ну, мало по очков получается, все равно Гриффиндор, по идее, по сюжету выиграет. Так,
как мы, типа, применим этого. Заклинание на той статуе и передвиньте ее на площадку. Так, ну да, как я вам говорил. Нифига себе, он такой маленький. Примените офигеть. Заклинание на той статуе и передвиньте ее на площадку. А вот, мы типа даже управляем этой штукой. А теперь идите и собирайте заслуженные звезды. Встретимся с вами в конце. Окей, сейчас он будет телепортироваться. Самый точный, самый конец, да? Ну да. Еще одно испытание, дорогие друзья. Погнали. Сейчас там будут всякие эти монстры, наверное, какие-нибудь. Не знаю. Посмотрим. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я их знаю, они бы у меня сейчас эти бабы. Твари. По-любому. Отлично. Так, я надеюсь, что они не встанут и не побегут за мной. Так, открыли мы, значит, решетку. Вот наша первая звездочка. И сохранение, кстати, отлично. Так, подбираем все бобы. Ничего не оставляем. Так, уже 78 штук. Этих монстров вижу. Сейчас мне за мной будут бегать. По-любому. Надо готовиться. Flipendo! Иди сюда. Flipendo! Сюда иди. Быстро. Я сейчас заколдую. Flipendo! Все, вот так вот. Надо в первую очередь убасить. Ну да, открываются решетки, это самое изи. Легко догадаться. Так, а тут нет случайно этих потайных. Не знаю, там мест. Надо проверить. Ну, я думаю, нет такого там картины, еще что-то. Слушайте, я могу их раздавить? Нет, наверное. По-любому. Wingardium Leviosa. Когда он не хочет. А, сейчас можно попробовать, в принципе. Ну чё, братан, прощай. Может, то, что крови нет. Ладно. Еще одна звездочка. Надо все собрать, чтобы получить максимальное число этих баллов, очков. Ну, можно сохраниться. Давайте сохранимся.
Так, ну это очевидно. А, надо сейчас теперь вовремя прыгнуть и не упасть в бездну. Кстати, мы не видим. О, надо, блин, все звездочки собрать. Там еще звездочку я увидел. Сейчас постараемся. Так, ну если что, мы сохранились, так что все нормально. А, вот видите, звездочка там. Еще одна. Так, что это такое? Так, я пока не хочу туда прыгать, я хочу осмотреться. Я могу, кстати, самого себя раздавить с помощью... О, кстати, это что у нас? Это типа... Так. О! Вот это ништяк. Блин, на самом деле тут много этих тайников. Надо просто внимательно все посмотреть. О, еще одна звездочка. Это хорошо. Ну, кстати, этих бобов. Да, блин. О, карточка, да ладно. Что за карточка? Вот третья карточка. Давайте посмотрим. Так, Бардок Малдун, председатель совета магов. О, вообще старый какой-то. Древний. Так, надо теперь прыгнуть. Да, все. Отлично. А, кстати, мы тоже тут никак не упадем. А я думаю, мы теперь все равно можем упасть сквозь. Так, тут мы были, здесь были. Все, понял. Бобов, отлично. Так, надо теперь забрать эту звездочку обязательно. Так, я допрыгнул. Отлично. Звездочка. Так, не буду рисковать, надо. Я просто подожду, короче. Просто подождем. Это у нас вот такой вот Хогвартс с летающими плитами. А внизу ничего. Так, теперь сюда прыгаем. Поздравления, мистер Поттер, вы справились с задачей. О. Вы собрали все звезды. 20 очков Гриффиндору. Вперед! Отлично. А, это еще не конец испытания, это и все продолжение. Скорее всего. Сейчас посмотрим.
куда дальше идти? А, надо было просто подойти, все понял. Это не концовка? Что там дальше-то? О, букли. Который дал нам письмо. Что это за письмо такое? Да, ну пошли, короче, что мы с этого. Сейчас мы типа уже у себя в спальне для Гриффиндорса, да? Я так думаю. Так, подождите-ка. Я хочу осмотреть все. Вот там вот у нас что есть. Так, нет, это обычное зеркало. А, нет, подождите. Все, нормально. Алохомора! Еще одна карточка. Все карточки, короче, соберем. Постараемся. Так, странно, а почему тут у нас карточки нет? Вот тут нету. Альберт Вафлинг. Теоретик, известный теоретик магии. Я чё, что-то пропустил, что ли? Да ты нафиг. Чё, серьёзно? Походу, ну ты. Ах, что ты, я пропустил. Воу. Ау! Ах, сюрприз! Надо убить его. Поттер, ты ужасен, но что мы можем сделать? А, это типа босс, нихера себе. Меня зовут Пивис, и ты лучше меня опасайся. Давайте Пивис сейчас грохнем. Все говорят, что ты из зоопарка. Если ты посмотришь в зеркало, то оно... Поттер, ты ужасен, но что мы можем сделать? Иди сюда. Меня зовут Пивис, и ты лучше меня опасайся. В смысле, я не забрал этот? Я письмо не забрал. Ты что, охерели, что ли? Может, все заново начать? Че сердел? Они нам нужны для экспериментов. Так, ладно, я, короче, сейчас... Наверное, заново начну. Короче, выход. Да. А, начать игру. Да, вот с этого момента. Блин, надо было забрать. О, хорошо то, что именно с этого момента. Да, все, сейчас все заберем. Так, Гарни. Ха, блин! Можно было это не подбирать. Так, Гарни под знарок. Ага, гербология. Я жду входа. Грин хаус. Так, ладно. В принципе, я мог это. Начинаю заново, если бы я бы знал, конечно. Ладно, кровь сейчас быстро пройдем. Так,
он не хочет подниматься. Так, сейчас будет битва. Я не могу сейчас лягушку подобрать. Ах, сюрприз! Поттер, ты ужасен, но что мы можем сделать? Меня зовут Пивис, и ты лучше меня. Ну, на самом деле, легкий тут просто. Все говорят, что ты из зоопарка. Если ты посмотришь в зеркало, то... Поттер, ты ужасен, но... Все. Ну вот, а самая лягушка. У нас в жизни все в порядке, у нас не покалечим. Да, у меня 20 бобов. Гарри, 25 есть. У тебя 25 бобов? Они нам нужны для экспериментов. Что мне с ними буду делать? Ну, что, давайте. Карточка есть у Фреда. Отлично, Гарри. Ты нашел все бобы. Вот карточка. Надеюсь, у тебя еще нет такой? А, что за карточка, интересно? Спасибо, что выручил нас. Надеюсь, это та карточка, не достающаяся. Так. Блин, нет. Слушайте. Что-то мы пропустили. Вот, блин. Так, Юрик Чудак. Средневековье. Прославился тем, что носил на голове медузу. Понятно. Так, опять букля. Еще одно письмо. Опоздаешь на урок, потеряет очки. Поспеши, Гермиона. А, окей. Сейчас поспешим. Извини, Гермиона, но тут есть сундук, надо его открыть. А, если что. Эй, Поттер, ты любишь сюрпризы? У Мелфоя есть для тебя подарочек. Ты лучше смотри под ноги, Поттер. Сливеринцы не любят гриффиндорцев. Меня зовут Невилл Лонгботтом. Чего? За долгопупс? Это моя книжка. Она подсказывает, что ты забыл сделать. Ох, скоро урок гербологии. Ох, я почти забыл. Следи за Драком Мелфоем. Я видел, он где-то здесь болтался. Nintendo! 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 Бабы, иди сюда. Приходится иногда несколько раз использовать это заклинание. Не срабатывает иногда.
А, нам нужно так забираться, окей. Интересно, что у нас. А. Так, может быть, какая-то еще одна карточка. Ну да, опять карточка. Шампинг. Сожрал ядовитые шупальца и видел хазиспор фиолетовый. А, выжил. Странные какие-то персонажи на этих карточках. О, можно сейчас сохраниться. Тут, видите, книжечка специальная есть. Сейчас подойдем. Сейчас сначала все разберу, что есть. Вот мы, например, вот там еще не были. Надо осмотреться. Ну да, сейчас мы сохранимся. Так, да, здесь мы уже были. Так, ну что, ребят, на этом я заканчиваю вторую часть прохождения игры Гарри Поттер с философским камнем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступаем в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Гарри. Всем пока, в следующем выпуске Гарри, тем будем продолжать проходить эту игру. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру под названием Гарри Поттер и философский камень. Это уже по счету третья часть прохождения игры, ну что, начинаем. Остановились, короче, с вами на этом моменте, у нас, короче... Вот столько вот карточек, только вот единственное. Мне не нравится то, что это, кажется, не все карточки, которые я собрал. Потому что вот тут вот одна карточка, к сожалению, пропущена. Блин, ну я, если честно, не знаю. Жалко. Ну ладно, что ж тебе поделаешь. Идем дальше. Ну, Малфой. Вот, Поттер, мы и встретились. Прогуливаемся по замку. Вот и все. Дальше ты не пройдешь, как ни старайся. Ох, Поттер не может выбраться из замка. Хлопушки чародея, ты будешь чувствовать себя увереннее. С ними можно удивительно повеселиться. Так, а нажми себе пробел. А, чтобы прыгнуть, что ли, типа? Понял. Так, ты чё-то... А, все, я понял. Кстати, Малфой сейчас только сам себя ушатал. Ой, я могу бросить. Отлично. Так, сейчас самое главное, просто уворачиваемся. Можно подобрать. И вот так вот. Блин, я чуть... Блин, жалко, что не попал все-таки. О, попал в него, но нормально. Ну, тут какой-то легкий. Давай, кидай что-то. Сейчас самое главное самому как-нибудь не попасть. Так, аккуратно. Так, это я не попал.
Вот, вот это вот прям хедшот. Это было красиво. Поттер, в следующий раз ты не будешь так удачлив. Изи. Все, он убежал. Он испугался нас. Так, ну опять мы на этом месте, мы уже тут были. В самом начале игры, по-моему, да? Так, я могу еще раз использовать? Нет, жалко, нельзя, ладно. Так, ладно, давайте, может быть... Так, алхамор тут нельзя использовать, да? Здесь тоже нельзя. Здесь нельзя, да? Так, нам не туда. Да, нам туда, походу. А, типа, да, да, да. Но сейчас урок будет у, там, по-моему, с растениями, которые связаны, да? Как... Гарри, здесь! О, Хагрид, да ладно. Привет, Гарри. Это я Хагрид. Это земли Хогвартского замка, а я их страж. Как быстро здесь все растет. Твоя подруга Гермион ждет тебя у входа в зеленый дом. Заходи, Гарри, только после уроков, конечно. Так, я понял. Нас там, походу, ждут. Сейчас там урок идет. О, еще одно. Ты лучше пошел на урок гербологии. Да-да-да, точно, гербология, не знаю, урок. Так, может быть, тут карточка? Нет, тут всего лишь лягушка какая-то. Которая нам нафиг нужна. Давай на урок. Поттер, тебе сюда. Не понял. А, вот и Гермиона стоит. Так, подожди, Гермиона, подожди, я хочу еще там место смотреть. А, это квиддич, да? Тут типа. Ты даже не знаешь правила квиддич. Ну тут квиддич играют. Кто знает, может быть, когда-то ты будешь участвовать в соревнованиях. Ну что, нам остается только пойти Гермионе, и что у нас там будет дальше, не знаю. Не помню. Давно проходил. Я вам говорил уже в самом начале. Прохождение в 2010, по-моему. Урок гербологии за садом профессора Спрута. Я здесь подожду Нивела. Иди на уроки. Ладно, ладно. Идем. Так, мы сюда. Слепендо! 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 Давай еще. Слепендо! Ты ничего больше не понял, ты что, Филоша? Окей. Так, вот он вход какой-то здесь. Ну да, сейчас мы будем, короче, гербологии там опять испытания проходить с полюбас. Ну сейчас посмотрим, что за испытания. О, видите, кстати, первое появление в игре. Это опять лягушка и... бабы. Все. Слепендо! Так, и что я сейчас сделал? Слепендо! Слепендо! А, ну что-то я тут, видимо, сделал, но я тут не, нет, не замечаю, что именно. Слепендо! Слепендо!
типа эти открыли. Все, я понял. Да, теперь понятно, для чего мы это делаем. Ну, лягушка нам не нужна. Это место мы проходим на изи. Ух ты, блин. Это немножко... Ты чё? Ты чё, лягушка? Так, лягушка, давай, помоги мне. Есть. Спасибо. О, сохранение. Что там за хрень? Так, сохраняемся. Там какие-то звуки странные, блин. Воу. Так, надо их тоже оглушить, да? Окей. На, это лабиринт, короче. Нет, я их не могу оглушить. Тут надо типа вот так вот, да? Все, понятно. Еще казин еще. Понятно. Что это за тайник такой? Nintendo! Так, и что это? Ничего не произошло? Ну тут ничего нету. Чё я сделал? Чё это за фигня такая? Nintendo. А. Понял. Нет, больше нельзя. Так, не попади в меня только. Аккуратненько. Эх, ты что творишь, блин? Я же вроде по таймингу успевал. Кто же это резко сделал? А, они поменяли типа свою стратегию удара. Может быть. Так, это на что такое? А, сундук. Может быть, карчу не надо? Нет. Зато лягушку дали. Это лучше, чем ничего. Так, что мы с ним должны сделать? Что там открыли? Успели, да ладно.
Не достал. Что-то мы тут долго добираемся в этом лабиринте. Куда надо прийти? Ладно, давай сюда. А, тут всего лишь бобы. Понятно. А, вот мы все пришли нормально. Что это такое? Это как они? Гарри, ты собрал 25 бобов? Да, кстати, собрал. Спасибо, что выручил нас. А, еще карточка. Карточка. Надеюсь, у тебя еще нет такой? Джордж, у нас есть работа. А что за карточка? Сейчас посмотрим. Так, надеюсь, это та карточка, которая нам, ну, не хватало. Сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, нет, мне кажется, все-таки. Нет, к сожалению, нет. Опа-на, это Годрик Гриффиндор сам. Снипповый маг. Основатель Хогварда. Он сломит одному из домов. Годрик его впазил, что ли? Так, ну что, идем на урок. Мы все-таки пришли наконец-таки. Вот. Только там, правда, темно. Здравствуйте, а почему ученики? Только мы здесь? Я профессор Спрут. Сегодня мы выучим заклинание Инцендио. Оно подходит для всех видов опасных растений. Что, знакомо? Нажмите кнопку мыши, чтобы следовать образцу, а потом отпустите ее. Упс, это я уже накосячил. Жестко накосячил. Инцендио! Мне повезло. Великолепно, Поттер. 5 очков Гриффиндору. Блин, на самом деле очки не решают, мне кажется. Мистер Поттер. Мы все равно в конце победим. Инцендио. Инцендио. Великолепно, Поттер. 10 очков Гриффиндору. Давайте закончим урок. Так, мы сумели или нет? Да, в конце я тут накосячил, но у нас получилось. Неплохо. Так, давайте, короче, 95% сделаем. 15 очков Гриффиндор. Так, я должен, короче, сейчас. Должен, давайте должен. Закончим урок. Да ладно! Первый раз! Неплохо для первоклассников. Угу, неплохо, я все прошел. 20 Дура. Очков. И ушел. А теперь время практики. Через двери, мистер Поттер. А я буду наблюдать с балкона. Эти кусты колючие. Вы должны произнести заклинание Инцендио.
но опасайтесь их игл. Ух ты. Инсендио! Инсендио! О, тот сундук страха. Чё, карточка? А, нет, Боб всего сюда. Так, иди отсюда. Пошёл домой. Иди на это. Знаю, чего надо сделать. Варя, вот просто смотри, что он делает. Ворует бабу. Это типичный вид ядовитых щупальцев. Произнесите заклинание, и оно завянет. Окей. Инсендио! Чтобы закончить урок, соберите звезды. Поторопитесь. Хорошо, хорошо. А вот теперь давай-ка я тут... Инсендио! Инсендио! Потому что сундуки полезные есть. Они нам, конечно, не нужны. Он сейчас выкатит. Так, он подтягивает что-то. Инсендио! Теперь нам сюда. Инсендио! 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 Давай, не зря мы это все делаем, тут сундуков много. Опять бабы. К сожалению. Вот первая звездочка. Испытание. Блин, я забыл, как ее зовут на самом деле. Так, и что это я делаю? Откроется. Так, что это? А, ступени, которые идут вниз. Так, я, наверное, очень сделал. Сначала сохранимся. Ну, а потом уже пойдем вниз, на всякий случай. Мало ли, что там у нас не зажитает. Воу-воу-воу-воу. Минус бомж. О, карточка. Не зря мы прошли сюда. Очень, кстати. Так, что там за старик такой? Что за карточка? Вот она. А, Ньютс-Командер. Ньютс-Ламандер, это фильме. Ну, Ньютс-Командер. Так, 1700... Автор фантастических чудовищ, и где их найти? Понятно. Ну, такой старик, но фильм, конечно, такой молоденький. Ставьте плюс коммент, кто смотрел этот фильм, значит, где они обитают. Прикольный вообще фильм. Мне очень нравится прям. Нормальный такой. Так, вторая звездочка. Так, мы туда идем. Нам туда надо. Алохомора. Алохомора! Алохомора! Козы совсем заплели,
бедное дерево. Надо спасти это дерево. Похоже, это Докси. Оу. Слышь, Докси, я сейчас убью тебя нахер. Иди сюда. Ты зачем девушку обидел? Так тебе и надо. А вот они. Nintendo! 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 Слышь ты! Nintendo! Он уходит? Nintendo! Ну зато там есть лягушка, это нас спасает, конечно. Incendio! Incendio! Я, пожалуй, не буду. Incendio! 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 Все. Ништяк. Так, иди сюда. Nintendo. Блин, да тут надо все, все выбасить, чтобы получить бобы и... Блин, надо в скамейку надо еще целиться. Nintendo. Да, ну это, конечно, еще. Nintendo. Nintendo. Так, все мы собрали, короче. Лягушка. Теперь, значит, прыгаем сюда. Потом прыгаем сюда. А потом вот сюда. Да, все, допрыгнули, отлично. Теперь возвращаемся назад. Так, надо тому году отомстить обязательно. Иди сюда. Nintendo! Все, испарился просто. О, это у нас что-то такое. Нифига тут. Ну, я тогда пока не буду идти. Я еще не все собрал. Ауч! Так, вниз, вниз, вниз. Нафига сюда. А, понял, понял. Ну там походу да, больше чего не сделаешь. О, тут новый кстати бобок. Вот нам повезло. Так, сверху ничего не могу сделать. Тут тоже не могу ничего сделать. А вот тут нам пригодится Вингардиум Левиоса. Да, это очевидно. Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса!
Что это мы сделали с этой жидкостью? Ну да ладно, давай сюда пойдем. А, вот она ничего. А ничего. Я понял. Так, ладно. А, все. Сейчас все нормально будет. Еще одна звездочка. Это 5 звезд всему, да, собрали? Причем мы тебе прослили испытания? Интересно. Посмотри сюда. Сейчас посмотрим. Кстати, у нас нормальное количество бобов. Мы нормально так собираем. Так, это он чуть не забрал мои бобы. Получай. А, нет, не конец. Вау, это жестко, конечно. Всех одним ударом, можно сказать так. Так, ну давайте еще один раз оглушить. И идем дальше. Сохранение. И шестая звездочка. Ну здесь у нас бобы. А вот тут мне кажется, знаете, чем надо сделать? А сейчас мы себе должны догадаться. Что делать с этими палетами? Их надо как-то передвинуть. Только вот таким образом. А. Тогда понятно. Так, а что за дискотека здесь? Ой. Да, мне кажется, сейчас там дверь откроется, да? Да, я так и знал. Так и знал просто. О, и звездочка, кстати. Так, а те бобы, к сожалению, упали. Надо их подобрать, конечно. Так, я надеюсь, то, что они там не разбились. Так, я не сюда хотел запрыгнуть, на самом деле. Надо вот так вот. Весь транс бобов, офигеть. Что я теперь с ним буду делать нафиг? Все карточки получим потом. Ау!
еще херушки. Сохраняем. Ау! Иди нафиг, ты слушай, блин. Ау! Совсем оборзели уже. Так, еще лягушка, отлично. А, я же их могу вообще оглушить. Почему так не делал-то? Так, а нафига я сюда залез? А вот теперь понятно. Да ладно, карточка. Так, что за карточка? А, вот, да. Эдгар Стройлер. Так, изобретатель сникоскопа. Да, хорошо, то что прям запалил я. Повезло. А, улитки. Да, или что? А, нет, это обычная вода. Все, мы прошли испытание. Поздравляю! Вы выполнили задание. Вы собрали все звезды. 20 очков Гриффиндору. Вперед! Так, ну вот мы наконец-таки прошли испытание. Блин, забыл, как ее зовут. Забываю. Волка. Ну чё, Хагрид, я вернулся. Бабы. Ко мне. Папа. Нифига тут бобов. Их же тут совсем не было. Откуда-то не взялись. Иди на тренировку по вождению метлы. Опа, на, еще одну тренировку. Мне, кстати, тут уже интересно. Возвращайся, когда подрастешь. Блин, а вот это уже интересно, на самом деле. Надеюсь, урок гербологии прошел успешно. Мне надо с тобой поговорить. Лучшим местом для разговора будет моя хижина. Но тогда ты опоздаешь на вождение метлы. Блин, ну значит, не судьба, Хагрид, не судьба. Сарин. О. А вот и Невилл, он выглядит очень расстроенным. Пойди и спроси, в чем дело. Помоги мне. Ага. Итак, Лонгботтом пошел хныкать к тебе. И ты хочешь, чтобы я дал тебе его любимую книжку? Я думаю, засунуть ее куда-нибудь. Может, на дерево? Думаешь, можешь меня поймать? Давай, Поттер. Сейчас будут догонялки, да? А, нет, подождите. Мелфой, на метле? Дай мне книжку Невилла. Нифига хочешь себе. Вернуть ее? Тогда попробуй поймать. Так, вот это уже интересно. Ну что, Малфой, тебе капец. Так, а как мы его этот? Ау!
как мне его сбросить-то, я не понимаю. А, понял, понял. Все, сейчас мы его... Блин, ну это меня бесит уже. Так, он снизился. Иди сюда. Надо с него сбросить. Это будет трудно, короче. Надо сначала догнать. Во-во-во-во-во. Так, еще немного. Блин, у нас мало уже жизни, половина. Все. А, нет, ловите. На себя. Будешь знать теперь, как обижать Нейла. Ты испортил мою метлу! Ты за это заплатишь! Возьми ее, мне она не нужна! Ты вернул мне книжку, спасибо, Гарри! Теперь я смогу найти свою жабу! А как он предполагает? Иди сюда, Тревор, вернись! Помнил, я оставил Тревор возле кабинета гербологии, а там растения, которые едят жаб. О, пока жабка. Мистер Поттер, я профессор МакГонагал, заместитель директора Хогвартской школы и глава дома Гриффиндоров. Хотя я не оправдываю ваше исчезновение, Мелфой, хочу отметить, у вас большие способности к полетам на метле. Обычно первоклассники не справляются с квиддиш, вы исключение. Первый в этом году матч Гриффиндора сегодня вечером с грозной командой Сливерин. Увидимся. И все. И все. И она испарилась. Так, ладно. Возвращаемся в Хогвартс. Так, а не, погодите. А мы тут не были? Да ладно. А, сейчас типа тонировка точно будет, да? Как видите. А, понял, пристань, да? А, нет, лапы. Топанул. Не доходит, к сожалению. Так, а что такое? То есть, что нафиг за улитка такая? Ой, а вот этот я не заметил. Что-то за хрень. А, нам сюда все равно никак не попасть. Ау! Слепендо! Слепендо!
Как бы не сдохнуть? Самое главное. Это будет жестко, если сдохнем. Блин. Так, кулили к нам песен. А, нет, черепаха. Давай, забирайся наверх. Так, ну что, тут, наверное, сейчас все сундуки забрать. Да, сейчас соберем. Блин, попался же, так, пожалуйста, давай лягушку. Лягушку, лягушку. О, спасибо тебе большое. Громяннейшее спасибо. Так, я выспать дома спускаться мне или нет? Ладно, я спущусь. Ничего страшного. Это он что, задом что ли? Типа. Огонь спускает. Или как? У меня такой звук еще. Ну что, улитки? Бася пришел. О, жалко, спасибо тебе большое. Ну что, ребят, на этом я заканчиваю. Третью часть прохождения игры Гарри Поттер и Философский камень. Надеюсь, вам понравилось. Если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующем выпуске четвертом будем продолжать проходить эту офигенную игру. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру под названием Гарри Поттер и Философский камень. Это четвертая часть прохождения игры, ну что, продолжаем. Становитесь вот на том месте. Так, сколько у нас карточек, надо посмотреть. Ну да, к сожалению, мы собрали не все карточки, это, конечно, очень печально, я хотел за игру все карточки собрать. Но это у нас не получилось. Получится. Ну ладно, что ты поделаешь. Заново я проходить не буду. Блин. Долго слишком. Будет. Если прям вот, если прям каждый угол смотреть, на это будет долго очень. Упс, вот это вот я не хотел. Хорошо, что мы упали на землю. О, потайник типа, да? Тайное место. Вот тут бобы. Больше ничего. 245 у нас бобов всего. Отлично. Так, ну тоже нельзя падать, так как здесь вода. Тут надо уже быть поаккуратнее.
там сохранение есть. Incendio! Ouch! Incendio! Incendio! Flipendo! А, менять направление, да? Понятно. Так, а если я хочу туда пойти? Или мы тут были все-таки? А, мы тут походу были, да? Ну да, мы, скорее всего, проходили вот так вот. Так что да, мы тут были, походу. Ну, продолжаем вперед. Блин. Ладно, давайте мы просто так сделаем. Пойдем дальше. Incendio. Так, ну здесь есть сундук, да, давайте мы сейчас сделаем сундук. Incendio. Да, да. Incendio. Арохамора! Так, а лягушка у меня? Жизнь ведь кончается уже.